Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня будем пробовать новый свежий формат. Мне было очень интересно это снимать. И обзоры косметики, и все в действии, какие-то беседы, влоговая нотка. И этот ролик мы создаем совместно с iHerb. Вы знаете, что я их огромная поклонница. Я являюсь их покупателем уже на протяжении многих лет. Недавно у них была грандиозная распродажа, я столько всего приобрела. Об этом в отдельном видео, но для тех, кому не терпится, я оставлю ссылку на всю мою корзину в инфобоксе. Они доставляют очень быстро, в Польшу посылка доходит буквально за 2-3 дня, но они также доставляют в 150 различных стран, и я уверена, что в вашу страну, откуда вы меня смотрите, также. Если у вас все еще остались какие-то вопросы, вы можете обратиться в их службу поддержки, они работают 24 часа, 7 дней в неделю и отвечают на 10 различных языках, в том числе и на русском. У меня тут собралось небольшое количество очень классных находок, недорогих, не то чтобы супер бюджетных, но у них очень классные составы, они здорово работают, их надолго хватает. У нас сегодня будет о чем поговорить, и средства для волос, и для лица, так что не затягиваем, поехали! Доброе утро, у нас сегодня выходной день, поэтому большая часть семьи все еще спит, а я проснулась пораньше без будильника и сейчас буду ухаживать за собой. Я уже какое-то время тестирую эти средства, и я подумала, что как раз отличный момент, чтобы включить камеру и показать все эти средства в действии. Так, первым делом я, конечно же, умываюсь, и я довольно много раз упоминала вот эту пенку для умывания от Andalou Naturals. Как видите, она уже подходит к концу. Кстати, довольно экономный расход, и она очень бережно, при этом классно очищает кожу, не пересушивает ее, не стягивает. И сейчас я взяла что-то еще более увлажняющее, и эту оставила для вечернего ухода, потому что когда я смываю косметику, сначала использую гидрофильное масло, а потом доочищаю кожу при помощи пенки. И в принципе это средство можно использовать и утром, и вечером. Я уже много раз показывала это чудо, оно действительно очень-очень хорошее, приятно пахнет и достаточно небольшого количества, чтобы умыть все лицо. Но сегодня я воспользуюсь кое-чем другим. И свой выбор я остановила на питательном креме для умывания от марки Sukin. В основе этого австралийского средства для умывания идет сок алоэ, масло шиповника, масло сезама, масло примулы вечерней, которую я так полюбила в последнее время, масло мандарина, витамин Е, лавандовое масло, и это еще далеко не все. Эта марка славится хорошими составами, у них нет каких-то отдушек, также силиконов, парабенов, всех тех вредностей. Легкими движениями распределяю все это по лицу. Как видите, этот крем абсолютно не пенится. Также, когда смываешь его, то нет ощущения стянутости, но я должна вас предупредить, что эта вещь не подходит для демакияжа, косметику она не убирает, поэтому если вы особо не краситесь или ищете что-то на утро, чтобы дать такой увлажняющий старт, то это как раз оно. Эта очищалка предназначена для сухой и поврежденной кожи, которая была подвержена стрессу, но это вовсе не значит, что эта кожа после лазерной шлифовки или агрессивных процедур. Достаточно того, что резко сменилась температура, вы долго пребывали на свежем воздухе и был активный ветер, или же вы ввели в уход ретинол, кислоты, что-то в этом духе. Утром все же переходите на средства такого плана. Вчера вечером я использовала кислоты, поэтому я прям чувствую, что коже необходимо дополнительное увлажнение, что не мешало бы поработать над восстановлением защитного барьера и чтобы не появились какие-то шелушинки. Поэтому я заказала масочку тоже от Sukin. Эта маска и вообще вся линейка идет на основе масла шиповника, которое очень хорошо подходит даже проблемной жирной коже. Конкретно в этой маске присутствует еще и масло сливы какаду и граната. Помимо этого витамин Е, масло камелии и другие питательные компоненты и увлажняющие. У них еще есть хорошая очищающая, на нее прям супер много отзывов. Мне вообще кажется, что все как-то больше предпочитают очищающие маски, а я наоборот люблю увлажняющие. Особенно мне нравится наносить их в начале дня или, например, перед макияжем, перед каким-то торжеством. Для меня это must-have. Или даже после кислотного пилинга. Вообще маска — это классная вещь, потому что ты даешь коже дополнительное увлажнение, но потом все равно это смываешь, и у тебя нет какого-то плотного слоя крема. Я сейчас тут без зеркала буду орудовать. Консистенция маски не слишком плотная, но при этом видно, что это прям такой крем-крем. И мне очень нравятся отдушки, также мне очень нравятся составы. Именно поэтому я обратила внимание на этот бренд. И
Что-то у меня происходит на лице. Ничего не вижу. Эта масочка подойдет каждому типу кожи. Не обязательно сухой кожи, не обязательно нормальной или после чего-то. Увлажнять обязательно нужно даже жирную кожу и комбинированную. Если вы используете даже кислотный тоник, то дополнительное увлажнение – это просто то, что вы должны включить в ваш уход. И обязательно деликатное очищение кожи, чтобы дополнительно ее как-то не стрессовать, не травмировать. Эта масочка настолько нежная, при этом она вообще не раздражает кожу, наоборот, успокаивает ее и как бы заряжает влагой, питанием. Я вот не боюсь ее наносить прямо под глаза, я даже немножечко захожу на веко. Вот, нет ощущения какой-то пленки после использования, не хочется умыться, но при этом чувствуется, что кожа дополучила то, чего ей не хватало. Так, теперь масочку оставляем на 15 минут, 10-15, там, в зависимости от того, сколько у меня есть свободного времени утром, но стараюсь хотя бы 10 минут выдерживать и потом вернусь к вам. Конечно, ощущение увлажненности очень сложно передать через экран, а тем более это не та маска, которая придает коже вот даже какой-то немного жирноватый блеск, это совершенно другая история, и мне нравится то, что лицо очень мягенькое, очень как бы успокоенное, и в принципе можно было бы даже не наносить дневной уход, но так как для меня это целый ритуал, и я всегда это делаю, поэтому сейчас мы с вами переходим еще и к дневному уходу. На день я очень люблю использовать витамин С. Сейчас у меня закончилась моя любимая сыворотка, и я подыскиваю что-то другое. И я вспомнила, что как-то давненько я покупала набор. Кстати, я тоже вам его рекомендовала. Это Andalou Naturals. Очень здорово, что у них есть такие наборы из разных линеек. Вы можете взять на пробу. Этого хватает на несколько недель использования. Здесь есть и умывалка, и тоник. Также моя любимая маска, о ней мы поговорим в вечернем уходе, я еще взяла другую на пробу, обожаю ее, она со мной уже на протяжении нескольких лет, она с гликолиевой кислотой, а также с фруктовыми энзимами, хорошо отшелушивает кожу, выравнивает оттенок, она бережно работает, но при этом при регулярном использовании виден результат. Также здесь есть дневной крем, вот сейчас как раз его возьму, и ночной крем. Мне очень нравится, я считаю, что эта линейка супер универсальная. Единственное, чего у меня не было, это крем под глаза. Я думаю, что до него я еще доберусь. А так, все средства волшебные. И сегодня я воспользуюсь кремом для лица, потому что полноразмерный, который я выбрала для себя, как-то мне не особо подошел. Так что вернулась к тому, что отменно на мне проявила себя. И наношу кремушек на все лицо. И на этом мой дневной уход закончен. Крема под глаза у меня нового нет, так что все как обычно. Даже не верится, в сентябре настолько солнечная погода, все лето нас так солнце не баловало. Я сейчас немножко подкрасилась, сделала простой такой повседневный легкий макияж. И я хотела напомнить вам об SPF. Во-первых, сейчас на мне тональный крем с SPF 45, и несмотря на то, что уже наступила осень, и впереди долгая холодная зима, может и не настолько холодная, но многие как-то забывают о защите от солнца, думают, что ну это же не лето, я же не сгораю, и, например, пользуются кислотами, потом могут появиться пигментные пятна, от которых уже очень-очень сложно избавиться или вообще невозможно. Поэтому SPF – это наш с вами must-have в любое время года. И помимо того, что я наношу SPF перед выходом из дома, я также обновляю его в течение дня. Я вот бессовестно пользуюсь такой пудрой, по-моему, еще ни разу о ней вам не рассказывала. Она есть в нескольких экземплярах, и она у меня разложена по разным сумочкам. Вот это сейчас отправится в рюкзак, который я беру с собой. Эта пудра у меня из последнего заказа от бренда Mineral Fusion. Эта пудра с очень-очень хорошим составом. Она прозрачная, несмотря на то, что у нее такой, знаете, легкий оттенок, она подойдет всем оттенкам кожи. И что самое классное в ней, это то, что вот, видите, открываешь, и здесь есть кисточка. Да, она не самая мягкая, да, это не самая такая приятная, шелковистая кисть, которая есть в моей коллекции, но главное, что она здесь присутствует, и мне не приходится возить дополнительные аксессуары с собой. Здесь у нас SPF 30, минеральный фильтр, пудра без талька, здесь 17
15% и 0,3% титаниум диоксида и 20% цинка. Тальк отсутствует, если вы следите за такими моментами. И это еще и матирующая пудра, но она создает такой естественный эффект на лице. Я сейчас граммульку нанесу, чтобы вы могли просто посмотреть, что она не дает какого-то белесого оттенка, она не меняет цвет тонального крема. И также я ее более обильно наношу, когда реально обновляю SPF. Очень удобная и необходимая вещь. Вот так раз и все. Я не помню, когда у меня сгорало лицо, был красный нос или щеки, чтобы что-то там облезло. Я приблизительно по времени ориентируюсь, когда мне нужно обновить SPF. Быстренько пудрой прошлась, и все прекрасно. Это никак не влияет на состояние макияжа, наоборот, он хорошо зафиксирован. Ее также можно использовать перед выходом из дома. Я же предпочитаю ее немножечко экономить и ношу с собой. Эта маленькая штучка не только обновляет SPF, но она еще и помогает подправить макияж. На этом у меня все. Беру пудру с собой, и мы поехали кататься на велосипедах. Возвращаюсь к вам вечером еще и в таком виде. Я смыла макияж и нанесла масочку. Маска у меня от бренда Andalou Naturals. Если помните, то я долго пользовалась вот этой оранжевой. Она с гликолевой кислотой и также с энзимами. Она имеет консистенцию пюре и пахнет тыквой. Очень хорошо обновляет, отшелушивает кожу. И я потом как-то пересматривала ассортимент, а мне очень нравятся и составы, и по действию те средства, которые я покупала от Andalou Naturals, и думаю, почему я никогда не брала фиолетовую. Маска из фиолетовой линейки, вообще вся она антивозрастная, но я считаю так, что если вы смотрите на себя в зеркало без косметики и видите, что уже пора бы поработать над равномерным оттенком кожи, над ее тонусом, над тем, чтобы кожа была менее какой-то тусклой, хочется придать ей сияние, то стоит обратить внимание на даже те средства, где указано anti-age. Также резвератрол, коэнзим Q10, огромное количество фруктовых экстрактов. Уже на первом месте есть сок алоэ и дальше много отшелушивающих и увлажняющих компонентов. Многие из компонентов имеют органический сертификат. Это вообще, в принципе, касается бренда Andalou Naturals. Они этим славятся, они на это делают акцент. Их продукция не тестируется на животных. И самое главное то, что эти средства не агрессивные по действию, но при этом результат четко заметен. Эту масочку я использую где-то один раз в неделю. Она имеет такую пюреобразную консистенцию, она не впитывается под ноль, и я ее держу от 10 до 20 минут. И также ощущается легкое покалывание. Это ничего страшного, но ты чувствуешь, что какой-то процесс там происходит. Так что я сейчас вот еще подержу минут 5, заварю себе чай и вернусь. Сейчас протру лицо тоником. Кстати, на камере кажется, что я как-то так тяну и тру, хотя на самом деле это легкие движения. Это у меня тоник с витамином С. Он и увлажняет, и также осветляет. Но помните, что ничего не происходит за раз. Уход – это не диета, это лайфстайл. Только тогда можно заметить какой-то результат. И моя вишенка на торте – это ночной восстанавливающий крем. Тоже Andalou Naturals, одно из хитовых средств бренда. У него очень приятная текстура, он кажется таким плотненьким, но на деле быстро распределяется и хорошо впитывается. Он за ночь так хорошо увлажняет кожу, и утром просыпаешься, нет жирного блеска, и я считаю, что он довольно универсальный, подойдет не только сухой и, например, какой-то обезвоженной кожи, но и также жирной и комбинированной, особенно на холодное время года. И также очень важный момент, это то, что здесь нет ничего, что могло бы забить поры. У меня это одна из самых основных проблем, то есть появляются закрытые комедоны, но с этим кремом у нас как-то все сложилось. Этот крем хоть и питательный, на утро нет вот таких рыхлых, каких-то разбухших как бы пор. Наоборот, личико такое подтянутое, и также при постоянном использовании
он выравнивает оттенок кожи. Так что все в комплексе, и мне нравится самый такой классный эффект, это масочка, крем на ночь и утром персик. Я надеюсь, что вам было интересно не только послушать, но и посмотреть, как работают те или иные средства для более наглядной какой-то демонстрации. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Доброй ночи, я иду спать, а мои кремушки будут работать. Новый день, и сегодня совершенно нетипичный мини-обзор от меня, потому что мы будем разговаривать о средствах для волос. Если вы знаете, а если нет, то в прошлом году оказалось, что я аллергик, и частично аллергия на пыльцу определенных растений, также пыль проявляется у меня, в том числе и зудом кожи головы, поэтому я крайне редко меняю свой уход, я практически никогда не тестирую что-то новое. Исключение может быть то, что я сама выбираю и потом аккуратно пробую это. Если мне нравится, то я говорю об этом. Если нет, то это будет категорическое нет, поверьте, потому что у меня тут нет полутонов. Может быть, или подходит, или не подходит. Так вот, волосы у меня самые обычные. Я не могу сказать, что они какие-то супер густые, их много, но они тонкие, и также после лета они были более сухими. Долгое время я использовала шампунь против перхоти, потому что перхоти у меня не было, но он хорошо работал против зуда. И также моими постоянными помощниками, это было то, без чего я не могла жить, это стероидные мази, которые снимали зуд, если препараты какие-то медикаментозные не могли мне помочь, пока они там заработали. Зуд нужно было срочно убирать. К счастью, эта проблема ко мне практически не возвращается, тьфу-тьфу-тьфу, но с шампунями я все еще осторожна и также всегда пользуюсь одной очень-очень интересной вещью, которая заменила мне мази. Это вот такая интересная маленькая сыворотка, которая у меня есть в двух экземплярах. Одна на всякий случай ездит со мной в путешествия, а вторая у меня всегда дома. Мои зрительницы посоветовали мне ее. Это сыворотка для кожи головы, для тех, у кого выпадают волосы, у кого они какие-то ослабленные, у кого не хватает объема. Ну, в общем, при всех непонятных ситуациях можно пользоваться этой сывороткой, потому что здесь очень хороший состав, он уж точно не навредит. Я знаю, что люди с экземой, также вот отзывы читала на iHerb, и там люди с экземой пишут, что очень хорошо помогает им эта сыворотка. Она имеет легкую консистенцию, такую слегка гелевую, очень удобно наносится. Я ее использую даже на свежевымытые волосы, потому что она не утяжеляет их, не жирнит и просто впитывается быстро и работает. Так что если вы хотите найти какую-то сыворотку с безопасным составом, если вас также беспокоит зуд головы, и надеюсь, что она так же, как мне, кому-то поможет избавиться от вот этих ужасных стероидных мазей и также поможет отрастить густые, шикарные, здоровые волосы. Что касается шампуня и кондиционера, кондиционером я пользуюсь дольше, потому что у меня закончился один шампунь, а кондиционера обычно мне хватает на дольше, поэтому шампунь я взяла еще новый. Это прям промышленный формат, тоже бренд Sukin. Если пересчитать количество средств, которые мы покупаем на цену, то получается очень-очень выгодно. Здесь очень хороший состав, опять же, нет минеральных масел, синтетических отдушек, каких-то красителей. Эти средства имеют, шампунь вообще полностью прозрачный, а кондиционер такой чуть-чуть гелеобразный, белый. Но нет, опять же, ни красного какого-то оттенка, ни синего, и даже зеленого. Без фталатов, без сульфатов, без парабенов и силиконов. Несмотря на то, что здесь нет никаких вредностей для волос и для кожи головы, товары всегда приходят в хорошем, свежем виде. И, насколько я знаю, у iHerb хорошо оборудованы склады, там все вентилируется, кондиционируется, поэтому они очень заботятся о покупателях, о том, чтобы мы с вами получили максимально свежий и пригодный к использованию товар. Что касается шампуня, слушайте, он очень хорошо промывает волосы. Иногда с такими более натуральными шампунями такая проблема, что они не домывают. Сегодня я использовала его всего один раз. Волосы очень легкие, блестящие, они долго остаются
такими свежими, не нужно их мыть каждый день. И также мне нравится то, что они вот легкие, они объемные. То есть он и промывают, он прекрасно пенится, его не нужно полбутылки, чтобы отмыть волосы. И даже когда было жарко, мы там сидели на пляже, и ну, хочется как бы освежить волосы с первого раза, и он справляется с этим на ура. У него тоже небольшой расход и очень приятная нежная душка. Ну вот прям минимально уловимая, и на волосах эта душка не особо удерживается, для меня это только плюс. У меня это линейка для нормальных волос, и вот кондиционер, он просто обычный, в нем нет ничего сверхъестественного, он помогает легче расчесывать волосы, он также придает волосам блеск, не утяжеляет их, но питание какого-то вот шелковистого эффекта от него не стоит ждать, он также не придает блеск. Но для этого я использую маску. Но в моем случае от кондиционера в основном я ожидаю как раз этой легкости расчесывания. Ну и большой формат. Я всегда только за такие средства, не нужно часто бегать в магазин, часто оформлять заказы на Herb. Хотя они приходят очень и очень быстро. Сюда, в Польшу, они прилетают буквально за 2 дня. Кстати, я оставлю вам, как и все ссылки на все товары, которые я сегодня упоминала, также отдельно ссылку, по которой вы сможете посмотреть, сколько будет стоить доставка в вашу страну, сколько по времени это займет, какие способы доставки существуют. Поэтому, если вы заинтересовались, если вы никогда ничего не заказывали на iHerb, то обязательно ознакомьтесь. Я думаю, что вы без проблем получите все ответы на ваши вопросы. И прежде чем мы с вами сегодня попрощаемся, я также хотела бы сказать еще несколько слов о своих несменных фаворитах. Возможно, вы никогда не видели моих видео о iHerb или о уходе. Просто хочется напомнить, потому что это чудесные средства, и сегодня я как-то акцентировала внимание на других, но эти всегда со мной, они всегда есть в моих заказах, которые я регулярно оформляю на iHerb. Это маска с гликолиевой кислотой от Andalou Naturals, тыквенная масочка для тех, кто, например, живет в солнечном климате и хочет хотя бы легкие кислоты все-таки внедрять в свой уход, кто никогда не пользовался, не зная, с чего начать. И также для тех, кто выбирает стратегию так же, как я, тише едешь, дальше будешь. То есть какие-то легкие кислоты, но регулярно и постоянно, и тогда кожа обновляется, убираются пятнышки, убираются какие-то несовершенства с лица, она обновляется, и поры становятся такими более упругими. И масочка от Andalou Naturals мне прекрасно в этом помогает. Я много чего пробую, поверьте мне, и эта маска все равно еще, знаете, остается у меня в топе всего кислотного и не только, в топе масок, в топе любимого ухода, поэтому я еще раз упоминаю ее, и вот эта масочка с фруктовыми энзимами становится рядом с ней, потому что обе меня покорили, удивили и влюбили в себя. Как видео у нас о находках, и также я сама выбирала все эти средства, мне они понравились и подошли, поэтому каждое из них я могу рекомендовать. И также я планирую приобрести полноразмерные версии вот этих средств из линейки с витамином С от Andalou Naturals. Каждая, вот каждая как-то хорошо работает без каких-либо вопросов. И также чем дольше ты ими пользуешься, тем больше замечаешь, что и оттенок кожи становится ровным таким, и кожа гладкая, на ней меньше каких-то изъянов. Также она и увлажнена, и нужное питание она получает. И вообще как бы просто светится. Вот мне нравится, когда кожа излучает определенный блеск. Это то, чего я всегда добиваюсь. И эти средства обещают нам это и действительно выполняют свою задачу. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, что вы узнали что-то новое. Всю нужную информацию я оставлю вам в инфобоксе, не забывайте им пользоваться. Ну а теперь пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.